Viewer discretion is advised. Всем привет! С вами Юрий Хованский, Игорь Линк. Как обычно. Всем привет. Ничего не изменилось, это по-прежнему мы. Разве что мы начали выигрывать. Да, мы теперь профессионалы. Это по-прежнему 7 утра. Нам написали из Нави, просили присоединиться к их команде. Мы сказали, что когда будем в Киеве, обязательно им напишем. Но мы не будем в Киеве. Мы их обманули. Вот ведь простачки. Я хуею с этих парней. Ты, кстати, знаешь, что слово простофиля убрали из словаря недавно? Из какого? Ну, Даля. Я не читал словарь Ожегова. Но ты знал, да, что убрали. Слышал про это? Ну, вообще, что-то такое смутно. Ха-ха-ха! Ну ты простофиля! Ничего с этим словом не происходит! Я просто обманул тебя, чтобы показать тебе, какой ты простофиля! А ты повелся! Простофиля! Игорь Линк простофиля! Не. Да-да-да. Ну, да, ну слушай. Простофиля! Простофиля! Я все знал, это ты простофиля, я тебя сам обманул. Ты? Я простофиля? Да. Но я же не простофиля, чувак, нет, я обманул тебя. Нет. Простофиля! Вот ты кто. Сейчас я выгнал Акса, короче, с нашей... Я выгнал Акса с нашей лайны. Ну и правильно, хули он там забыл, ты пидорас ебаный. А, у них, кстати, до сих пор не пикнут один герой, так что... Так что они даже не пикнут. Да. А, о чем я говорил-то? А, чувак, мы выиграли. Чувак, ты простофиля, все, забей. Простофиля! Так тебя зовут теперь. Простофиля. Да. Все, чувак, Свен, ты... А, так ты не Свен! Я только сейчас понял это. Свен, уходи. Я темпларка, я тёлочка. А где ты вообще стоишь? Я на миду. Нахуй ты опять взял темпларку? Ты постоянно... Мы постоянно проигрываем, когда ты ее берешь. Мы проигрывали, блядь. Вообще-то мы выигрывали, когда я за ней играл. Не припомню такого. Я вообще, кстати, честно говоря, не помню, чтобы мы выигрывали. А, я недавно выкладывал летсплей, как ты знаешь, я обычно, ну, последний раз просматриваю их перед тем, как выложить, ну, уже на ютубе, чтобы не всплыл, например, какой-нибудь там Skype Madison или что-нибудь такое, знаешь, там, если мне кто-то позвонит. Ну, мало ли что бывает, как бы, чтобы... Приходится пересматривать последний раз, и я понял, что я такой пьяный записывал с тобой летсплей, что я не помню, выиграли мы или проиграли. И я сидел и на полном серьезе болел за самого себя, подбадривал себя, кричал там, делай то, делай все там и так далее. То есть это как футбол, только интересно. Футбол тоже интересный вид. Ты что, мудак что ли? Или ты сейчас это говоришь, чтобы на тебя футболофаги подписались? Ни разу нет. Я не драчу на количество подписчиков. Ой! Ой! А теперь ты делаешь это, чтобы на тебя подписались люди, которые не дрочат на количество подписчиков. Юра, не всем важны такие мелочи. Мелочь у тебя в штанах. Ну, Юра, ну, зачем ты переходишь на оскорбление? Ну, хватит, прекрати. Такие, как ты, ко мне за хлебом заходят. Блять, за солью. Все мы хлеба. Я даже, блядь, нарочно не могу такую хуйню повторять. Серьезно. Видишь, сколько прошло времени перед тем, как я сбился, блядь. Ну это полный кал. За солью. Кто вообще в 2012 году заходит к соседям за солью? Я не люблю покупать соль. Ну, кроме евреев, вроде Игоря Линка. Нет, на самом деле я их граблю, когда под предлогом соли захожу к ним в квартиры. Слушай, это мне говорит человек с фамилией Рабинович, блядь. Что? А, подожди, нельзя было говорить Ну, чувак, ну, блядь. Ну, я вырежу это, не переживай. Я же отсматривал летсплеи перед тем, как их публиковать. Просто скажу, что не посмотрел, короче. Скажу, что я трезвый сидел и помню, что никто мне в скайп не писал. Ну, просто сам понимаешь, блядь. Если всплывет, что я еврей... Ну, никто, да, не чувак, будет верить в мои обзоры. Да, прикинь, все сразу подумают, что ты проплачен мировым правительством. И будут правы, потому что так и есть, дамы и господа. Игорь Линк проплачен мировым правительством. Я вчера ходил на масонские обряды. Сингапурскими спецслужбами. Сингапур давно ведет шоу на Первом канале. Семитскую деятельность.
Грязные, вонючие сингапурцы. Ненавижу их. Правильно делаешь. Сингапур вообще где находится? Где-то рядом с... Я слышу, твои пальцы печатают сейчас. Ну ты мудак, ну ты реально, чувак, мудак. Ты пошел гуглить, где Сингапур, да? И потом сказал бы, и люди бы подумали, что о, Игорь Линк знает географию намного лучше Хованского, он умнее его. Рядом с Африкой. Это предположение или факт? Вот-вот, ты тоже не знаешь. Конечно, не знаю, я поэтому и спросил, блядь. Я ты тоже чё, не знаю. Чё, я думаешь, на самом деле сказал, чувак, что рядом с Африкой, чтобы ты сказал, ну, ты такой, типа, продолжи дальше говорить, я такой, то есть ты не отрицаешь того факта, что он рядом с Африкой, а он на самом деле не рядом с Африкой, и все, и ты простофиля. Нет, чувак, простофили здесь ты, а тебе я еще раз... А тебе я еще раз напомню, что я задаю вопросы не чтобы тебя проверить, а чтобы услышать на них ответ. Я не из тех людей, которые, знаешь, знают, где Сингапур и будут всех доебывать этим. Я честно, я в состоянии признать, я не знаю, где находится Сингапур. Может быть, по мне звучит как Азия. Если бы предполагать, то, наверное, все-таки азиатский какой-то регион. Наверное, Азия. Не наверное, а точно. Я бы не стал быть настолько уверен. Ой, да ладно. Это Сингапур. Кто на нас от нас отпишется за то, что мы ошиблись в положении Сингапура? Прости, братюнь, хотел задинаить, но не получилось. Кстати, ты знал, что американских подписчиков нужно любить в 7 раз больше, чем всех остальных, ну, чем российских? Да, потому что за них платят больше. Да, это 7 раз. Это логично, потому что американская реклама, как бы, это реклама, блядь, которая идет в Гугле гораздо дороже с аукциона, и поэтому... Я, в принципе, думаю, что нам стоит У них есть деньги, стоит начать делать летсплей на английском, потому что я вообще не припомню, чтобы американцы делали летсплей по доте. У них нет такой хуйни. У них есть колледж юмор, всякая машинима и прочие смешные вещи. А вот летсплей в духе... Никогда Black Silver Уфа не стал популярен в Штатах, поэтому, может быть, мы станем первыми, может, начнем делать летсплей на моем безупречном британском английском? Ну... Я думаю, что нет. Давай сделаем, давай проведем весь следующий летсплей на английском. Как тебе такое предложение? Окей. Чисто для упоротых фанатов и для того, чтобы привлечь иностранную аудиторию. Упоротых фанатов чего? Хотя эти летсплеи собирают по 20 тысяч просмотров. Вряд ли они выйдут в какой-то мировой топ, чтобы там их хотя бы один раз увидели. Их никто ни разу не увидит. Бля, он 7-го левела, нихуя себе. Понял меня? Угу. Так что делаем? Блять, вот сука, вкачал ульт. Конечно. Мразь, я полагаю, что вот на шестом уровне все вкачивают ульт. Я немного. Единственное, что чего я не понимаю, так это твои истерики по этому поводу, потому что. Блять, забыл вообще, что-то сидим про Сингапуры какие-то, блять, тут пиздим, про английский. Ты заебал! Нахуй. Не трогай нахуй Сингапур. Так о чем мы вообще говорили? Я говорил о том, что у меня хватает мужества признать, что я не знаю, где находится Сингапур. Ненавидел географию. Ненавидел всю свою жизнь и. В 6 классе меня выгнали из-за того, что, почти выгнали, скажем так, потом сам просто ушел из школы из-за того, что я сказал географу, что он пидорас и хуесос, потому что, блядь, я весь вечер потратил на то, чтобы чертить сраные течения, блядь, а он въебал мне тройку. А я напоминаю, школу закончил с медалью, учился всегда на пятерке, и меня просто оскорбляет тот факт, что мне могли поставить тройку, потому что я не быдло, и мне действительно было очень легко учиться так, по тем предметам, которые я знал. Географию никогда не знал. Серьезно, вот люди, блядь, действительно гордятся тем, что они знают хуйню. Я даже не знаю, блядь, где Гренландия находится. Просто никогда нахуй не мог это запомнить. Там такой здоровенный, почти размером с Австралию. Ну вот, отлично. Австралия, я знаю. Там негры, кстати, живут. Австралия, я знаю, где находится. Я на этом уровне я знаю географию, но тем не менее. The true path. I go. Не, куда? Onward. О чем мы вообще говорили, я? Все время теряю нить разговора, когда хочу кого-то убить на экране. Серьезно тебе, у меня просто ненависть в глазах загорается, и я смотрю. Сука, вот мразь. Я? Да нет. Из-за того, что хочу убить? Возможно, я не всегда побеждаю за антимага, просто
У меня грешным делом родилась мыслишка, что я посмотрел свою статую на Дотабафе, или как так, как сайт называется, не знаю, Дотабаф, по-моему. Так вот, посмотрел статую на Дотабафе. Блять, смотри и... аккуратно, а то деньги опять нихуя не передадут. О чем ты вообще? Точно, блядь. Деньги не отдадут, вот. И посмотрел, что я ни разу за всю свою... И не забудь вырезать эту хуйню про деньги. Еще подумай, что малочный пидорас. В натуре. Кстати, в конце летсплея реклама всего 1000 рублей. И про Рабиновича, блядь, не забудь. А то я тебе... Мы в Питере живем оба, ты же знаешь, что я безбашенный парень. Да. Могу прийти опасный, убить тебя. Опасный чувак. Как помнишь тот этот... какой-то хуесос, который написал мне, давай встретимся. Опасный еврей. Опасный еврей. Четкий, дерзкий, как Рабинович. Не могу говорить. Блять, опять вырезать. Чувак, мы сейчас дойдем до того, что придется пол летсплея срезать хуя вообще. Да, чувак, все. Это я вырежу. Все, мы начинаем с того момента, как я вырезал. Все. Та-да, куда-то исчезли непонятно сколько минут летсплея. Да. Из-за неполадок с Фрапсом. Наверное, Фрапс сделали евреи. Да. Ужасные люди, евреи вообще. Бля, я помню, как в четырех львах чувак такой, короче. Я почини. Ты почему-то типа не починил машину, я починил, но запчасти типа еврейские. Какие из запчастей еврейские? Прикончил. Ну. Ну, я сам пал жертвой, но я убил Леорика. Какие типа из запчастей еврейские? Чувак сидит, смотрит и понимает, что он не знает названий запчастей. А, как же это смешно смотрелось. Отличный фильм, «Четыре льва». Я уже рекомендовал его, по-моему, посмотреть в летсплеях, да? Давай рекомендовать фильмы. Okay. Давай, хорошо. Я уже отрекомендовал «Четыре льва» в прошлом летсплее. Давай ты сейчас расскажешь про какой-нибудь фильм, который тебе нравится, и отрекомендуешь его посмотреть своим фанатам, которых, напомню, нет. Давай. Разрешаю говорить тебе. Я. Меня сейчас убьют. Я разрешил тебе говорить. Ты не хочешь говорить про свой любимый фильм? Другого шанса у тебя не будет. Yes. Игорь? О, я живой. О. Да, господа, любимые Игорь... фильмы «Брат 1», «Брат 2», сейчас «Игла» на «Игле», не помню, как там называется. Ну, действительно, «Жмурки» — отличный фильм, значит, что там еще? «Бумер», «Бумер 2», «Бумер 3», если он есть, тоже вообще отличный фильм. Я, кстати, почти уверен, что «Бумер 3» есть. Есть же «Фантомас 4». Просто люди доснимают, знаешь, эти трешовые концовки. Мы же хотели с Мэдисоном снимать «Брат 3». Да мы и сейчас хотим, но что-то мне подсказывает, что мы не снимем его, потому что нам впадло. Я сожгу, и он не реснется. Сука, умри, тварь. Ладно, отпустили Леврика, отпустили. Антон, ненавижу. Ой, к нам сверху, походу, идут. Не кажется. Понимаю, у нее чё... Блять... Припадочная сука. Слушай, я не понимаю, я могу ошибаться, но дриадкам собирают вампиризм или нет? Не знаю. Ну как-то. Ты меня спрашиваешь, чувак, я играю за Темпларку, за Хускара и за Акса. Ты меня, блядь, спрашиваешь вообще. Если бы, Игорь, ты играл только за этих героев, мы бы чаще побеждали, но к большому сожалению, ты периодически играешь еще за других. Ну ты мне говоришь, играй за Сайленсера там, играй еще за кого-нибудь. То есть это я виноват в наших поражениях, по-твоему? Нет, виноваты всякие эти. Кто друиды, всякие эти? Друиды. Ты Ландруид, мы чуть не слили из-за ландруидов в прошлый ты раз. Ты всякий этот, простофиля, ёбаный. Простофиля! Отличный хускар я. Игорь Линк, простофиля. Кстати, будем до конца честны, эту шутку я украл у Ричарда Херинга. Просто на случай, если кто-то смотрит Ричарда Херинга и хочет уличить меня в воровстве шутки в комментах. Ха-ха-ха, я вас опередил. Когда я ворую шутку, я честно об этом говорю. Я украл ее у Ричарда Херинга. Вот такие дела. Ну это нечестно. Ну, раньше бы подошли вы. Ну что вы, ребята, ну. Ребята. Все мы люди. Братишки. Блять, простофили, молчать. Ты че, блять.
развонялся. Ты темпларка, ты вообще не должен умирать. Ты в курсе, сколько у тебя... Я обосрался. Ты в курсе, сколько у тебя, блядь, способностей, направленных на то, чтобы, блядь, не умирать? Все они блекнут, когда тебе дают сало, понимаешь? Чувак, это как быть, не знаю, бессмертным, не знаю, блядь, кем, вампиром и умереть. Ты просто хуесос. Как можно умереть, будучи практически бессмертным? То есть вампира можно убить... Только если тебе всадят там осиновый кол и так далее. Как можно быть настолько, блядь, неуклюжим, чтобы, например, будучи вампиром в средневековой Европе, чтобы тебе какой-то хуесос всадил кол в грудь? Знаешь, я... что вампиров убивают оборотни. Вот ты смотрел эти «Сумерки», да? Ты так это мерзко сказал, чувак. Ты смотрел эти «Сумерки», да? Прям. И я уверен, что ты сделал это ненарочно. Просто у тебя голос прозвучал очень мерзкий. Я постоянно так звучу. Господи, какой кошмар. Неудивительно, что люди перестали смотреть летсплей. Раньше собирали по 60 тысяч просмотров, теперь и 20 тысяч. Возможно, я, конечно, не уверен. И, конечно, это не так. Но ты не думал, что все-таки, ну, вот не допускал ли ты такой мысли, что это из-за того, что ты выкладываешь их на канал, где, блядь, сколько, 5 тысяч человек. Поэтому 20 тысяч подписчиков, это не того, и просмотры... Ой, это, прекрати, наверное, так... просмотры на летсплеи все равно приходили в основном не с канала, тем более я лайкаю с канала. Просто раньше было достаточно что-то лайк, интересное. Раньше наши летсплеи люди могли запостить все на стену, например. Какой-то чувак вот скинул хвосту из Нави наш летсплей. Раньше было весело, потому что там не было тебя, и были Фанвизин и Стригуль. Как только появился ты, все веселье из летсплеев ушло. Люди не репостят это на стену, это никому не интересно. Да неправда. Игорь Линк, кто вообще пойдет на такую срань, как Игорь Линк, блядь? Кто вообще будет смотреть на эту хуйню? Ну, как кто? И вот эти 20 тысяч человек, и вообще... Просто, не знаю, они смотрят из-за меня, чувак. Понимаешь, что я физически мог бы набирать больше просмотров, если бы играл один? Да не. Ну, прекрати. Ты да просто... ладно тебе. Чувак, смирись с тем фактом, что ты никому не интересен. Чем ты... Как так, чувак? Да, чувак, так и есть. И обзоры твои не смешные. И зачем ты тогда платишь мне деньги за то, идею ты украл у... Я никак не пойму, зачем ты тогда каждый раз предлагаешь мне деньги за участие в летсплеях? Игорь, потому что мне не западло отдать тебе эти 20 рублей, ты знаешь. Окей. Мне как бы для меня это не день. 20 рублей это. Ну, чувак, в Питере дамы живем господа, за 20 дамы рублей. Дамы и господа, может, кстати, Игорь Линк рад любым пожертвованиям. У него на страничке есть кошелек. И если у вас осталось на вебмане, например, 10 копеек, 20 копеек там, можете просто скинуть ему копейку и написать там, что он хуесос, например. У Игоря Линка указан кошелек на странице. Отправляйте ему деньги. Он хочет кушать дорогую колбасу. У него не получается. Ага, глупый снайпер, умри. О, нет! Нет! Нет, уходи, дура! Глупый снайпер. Опять синий фармится, это какое-то проклятие! Я серьезно говорю, нам все время достается. Нам все время достается за синего фармилу. Это метка синего фармилы, блядь. Я тебе серьезно говорю. Почему, Игорь, ты не смеешься над моей шуткой? Подожди, блядь, не дашь. Нет, ну зачем, нет? Красный сапог. Я вообще тебя не вижу. И не надо. Ты не должен видеть меня такой. Я успел переключиться, чтобы показать, что ты слишком поздно включен. Пошел ты нахуй, из меня месячный вылез. Господи. Шутка прямо в духе Вани Гамаза. Я даже не знаю, блядь, с кем тебя сравнить по умору, уровню... Блядь, не могу вырвать... Уровню юмора, пиздец. Что ж за херня, ты не мог сказать уровню юмора. Уровню юмора, уровню юмора, уровню юмора, уровню юмора. Из этих 5 раз 2 раза ты ошибся. Да, чувак. Да? Уровню юмора, уровню юмора, уровню юмора, уровню юмора, уровню юмора. Блять, какое же, блять, пиздецки сложное слово. Сочетание. Вот на шаг буквально от расстрела. Ну что ж. Какой же я классный. White Gold SPB. White Gold SPB. Бля, не, я короче, не могу, он больно жирный. Нужен кто-нибудь, кто его затанчит, блядь. Нужен танк? Ну давай, ты же тупарка, блядь. Это не я, нет, только не кретин, меня. Кретин, у тебя щит. Что, щит, он не бесконечный, он всего на 6 ударов. Ну ты и вот...
какой же ты... У меня даже слов нет для обозначения тебя, Игорь. 6 ударов — это много. Ты просто богомерзкий. Вот ты кто такой, понимаешь? Богомерзкий. Неважно. Просто, не знаю, тебя просят. Игорь, иди. Нет, у меня щит всего на 6 ударов. Ты понимаешь, что ни у кого в команде нет щита и на 5 ударов, блядь? А у тебя он есть на 6. И ты понимаешь, что 6 ударов — это очень много. Этого хватит, чтобы этого Акса захуесосить вообще в нули, но он ничего не сможет, даже ультой тебя убить не может, блядь. И почему я, блядь, должен танчить? Ты 6 ударов. Тихо. Дамы и господа, Игорь Линк, человек, который играет со мной в доту. И будет играть со мной в линейку, что самое ужасное, я просто поражаюсь. Этого человека я выбрал себе... В какой момент я вообще... Я думал, что... Меня как будто загипнотизировали, у него какая-то гипнотическая сила, он чудовищно плох, но при этом он заставляет людей с ним общаться, играть, и это... Я думаю, дамы и господа, что Игорь Линк гипнотизер. Скриптизер, блять. Ну, но все-таки мне кажется, что это я зря надумал, на самом деле Игорь Линк обычный простофиля! Блять, прям какое-то мерзкое ощущение после того, как я украл шутку у Геринга. Херинга. Ой, да ладно, чёрт. Да. Все время делаю. Как же это, как... Что ты сказал? Я сказал, что я все время так делаю в своих обзорах с обзорами Мэдисона. Мэдисон вообще ворует все шутки из старых французских фильмов, которых никто не видел вообще. Никогда. Да ладно. Ну, нет, в смысле, я знал, то есть как бы он сам блять, говорил. Блять, подожди, нет, все-таки придется сказать, что это шутка, потому что найдутся реально люди, которые после этого там в лурке начнут пилить там в статье про Мэдисона, что типа он ворует шутки из старых французских фильмов. Ну погоди, Хованский... Мэдисон же сам вроде говорил, что из французских комедий. Но это тоже была шутка, чувак, какие старые французские комедии, о чем ты? Ну там, каждому отсчету помнишь в голову... ту французскую комедию про гопника, который ебал шлюх и пил... Да, еще говорю, я же негр, мне можно. Отличная французская комедия. Негром можно. Я помню, 48-го года или что-то такое. Черно-белая такая. Когда неграм еще не разрешали сидеть на скамеечках с белыми людьми. Да, да, да. Оттуда Мэдисон украл шутки для всех своих обзоров. Бля, ну это просто кал, короче. Все равно теперь найдутся люди, которые скажут, что... Хованский просто случайно в разговоре упомянул, а потом оправдывался, и на самом деле Мэдисон реально ворует из французских фильмов. Я просто... У меня в последнее время такая проблема, что бы я ни говорил, я затянут в какую-то тугую пучину непонимания и безысходности. То есть, знаешь, я могу написать, кто-то там, назовем его X, пидорас, и все такие, да, пидорас в натуре. Потом я пишу Y, пидорас, и все пишут, о, Юра троллит, на самом деле он хорошо относится к Y. Нет, дамы и господа, если я пишу, что кто-то пидорас, это значит, что он пидорас. Никому я хорошо не отношусь, никого нет. Я действительно считаю Виктора Цоя самым большим пидорасом и хуесосом. Мне действительно не нравится музыка Курта Кобейна. Я действительно считаю Нирвану бездарной хуйней. Это все не шутки. Как бы... Я действительно не люблю этих хуесосов. Надеюсь, что я успел сжечь Ману Леорику. Не поймаешь, чувак, все, уходи. Снайпер попробовал бы. Ну окей. Он просто тебя... я действительно не люблю тех людей, про которых я говорю, что я их не люблю. Здесь нет никаких шуток, никакого юмора. Я рыгнул только что в летсплей. Вот это действительно лайф... Чувак! Лайф летсплея скатывает меня до уровня Ванамаса. Я только что рыгнул в ролике. И я уверен, что я не буду это вырезать. Я не буду это вырезать. А? Я уверен, что ты сейчас сидишь за гладильной доской. Я, кстати, смотрел какую-то хуйню, вот пусть будет реклама, какой-то блог, я не помню, как он называется, там чувак делал, типа, новости видеоблогинга, ну, как Морев делает, но не Морев, другой какой-то. Господи, я только хотел сказать, зачем как-то ты называешь Карамба Ньюс, Карамба Ньюс у него назывался, или это, я так полагаю, что это Стёп над Карамбой стендап, потому что он и про Карамбу не говорит, и, как бы, на Карамбу он не работает, но какой-то чувак, и он высказал самую умную мысль, которую я когда-либо слышал, про Ванамаса я имею в виду, не просто самый умный мысль. Но смотрите, почему у человека, которого гладильная доска является неотъемлемым атрибутом личности, все время, блядь, мятая одежда? Во всех этих, мятые рубашки, мятые футболки, мятые майки. Он никогда в немятом не появляется в роликах, при том, что, блядь, его ролики это где он сидит у гладильной, блядь, доски.
Почему бы не воспользоваться хоть раз гладильной доской по назначению и погладить что-то? Чувак, блинкуйся. Чувак, мы так проиграем. 12-18, нельзя проиграть. Луна просто хуесоска. Ой, а мы хули мы проиграем? Fucking draw, protecting sniper. Люди, вот, это то же самое, когда ты говоришь про то, что что-то там добавляет тебе 30 урона, блядь. Конечно, кто-то защищает кого-то, они играют в команде, блядь. И я не понимаю, почему люди настолько привыкли бегать по одному. Посмотрите на Свена. Он фармит в чужом лесу. Господи помилуй. Блядь, он фармит в чужом лесу. БКМЗ, дамы и господа, репорт. Жалоба. Просто не могу пожаловаться. Еще и курьер убьет. Оскорбительное поведение, чрезмерное использование способности. Нарочно поддавался. Просто пиздец. Я не знаю, это... Почему? Почему нам всегда попадаются ёбаные фармилы? Нельзя так, дамы и господа. Дота это командная игра. Уже сейчас, вот сейчас, на 25-й минуте, решается, выиграем мы или нет. И, блядь, фармить нахуй в лесу! Ёбаный ты мудозвон! Вот из-за него меня убили. Да, конечно, нет, чувак. Нет, нет, именно из-за него. Лишнего-то... Но я своей жизнью, вот, короче... Выкупил нам 2 кило, да? 2 кило. Ну ты и кри... Блять, вот, дамы и господа, действительно ненавижу Линка. Я с ним играю не потому... Знаете, действительно, говорят, от любви до ненависти один шаг. Ненавижу Линка. Возможно, когда-нибудь я его полюблю, но я... Сейчас я его просто, блядски, ненавижу. Он меня раздражает. Блять, это было глупо с моей стороны. Я да, думал, да, что... да, это было глупо. Или на полюбил я... меня внезапно. На что я надеялся? На что? У меня не было хитпоинтов. На что я надеялся? Что магическим образом я... Убейте Траксу хотя бы, спасибо, Луна хотя бы... А, Дрядка отомстила за меня. На что я, блядь, надеялся? Зачем я вообще прыгнул к ней? Я правда надеялся, что она, типа, испугается меня и начнет убегать от... У нас в команде слишком много тёлок на каких-то, блядь, зверях. Хотя одна из них сама полузверь. Потрясающий комментарий. Очаровательная ремарка, я бы сказал, да. Чувак. Тёлки по поводу на... комментариев, да? Предложение все еще в силе. Да, кстати, мы сказал. С Игорем Линком все еще в силе. Если вы являетесь владельцем какого-то сайта, где стримят какие-то игры по доте, и хотите получить... Какого-нибудь сайта вроде Dota2.ru, то у вас есть уникальная возможность получить меня, Игорь Линка. Только сегодня. Да, ну, еще пишите, завтра, пишите на мыло задротлайв@gmail.com, пишите коммерческое предложение. Коммерческое предложение это «Здравствуйте, я с такого-то сайта, я готов платить вам столько-то за один откомментированный матч». Либо там, например, «Я готов платить вам за неделю, там, что вы будете комментировать там столько-то», или что-то такое. Если вы готовы на это, пишите. Blade Mail включил, не бейте! Они меня не слышат все равно, зачем я это делаю. Ой, их тут слишком много, пожалейте меня, сучки ебаные. Ты такой никчемный. Ну, чувак, я слишком ватный. Мы сейчас проиграем, дружище. Конечно, проиграем, чувак. Фармит в лесу! Ёб твою мать! Чувак, мы играем четвером против четверых, только при этом у них четверо получают опыт. Голду, они получают всего больше, они, естественно, они выиграют. Чувак, нет. Люди вчетвером, посмотри, мы играем вчетвером, но мы чувак, не получаем мы больше играем голды, вчетвером, потому что наш пятый, они потому что они наш пятый, голду. Потому что наш пятый, блядь, фарм, он 16 уровня, ладно бы он уже был 25-го, это было бы оправдано, он 16-го, Тракса 16-го, Тракса, блядь, не фармится в лесу, Тракса раздает пиздюлей, направо, нахуй, и налево, блядь, своими ледяными сраными стрелами, теперь они несут мид. И сейчас он отдастся, конечно. С хостой причем отдастся. А нам сейчас... Блядь, я просто ненавижу таких игроков. Они еще хуже, чем нубы. Нубов можно простить, когда они, например, ну, что-то не так собирают или что-то. Я сам иногда собираю хуйню, я сам нуб. Но вот людей, которые играть умеют, но, блядь, играют вот так вот, нахуй, сознательно идут фармить в лес, блядь, я, нахуй, презираю и ненавижу.
Ну ёбаный нахуй! Ааа, ненавижу Траксу. Траксу или... убейте ее, она сейчас соберет еще инвиз, блядь, ее просто не убить будет. Блядь, ну ладно. Может хоть мид пронесут немножко, блядь. Ой, давай, короче, о чем-нибудь не из доты, а то опять будут жаловаться, что мы как Black Silver сидим и... Расскажи что-нибудь интересное хоть раз в своей сраной никчемной жизни. Ну, вчера... Я хотел рассказать про Толоконникова, но понял, что только ты это и поймешь. Да, чувак, очень. Ты заебал про губу и про еврейский глаз, это мы уже поняли. У нее реально отвратительная, блядь, губа. Как будто ее, не знаю, она как будто чувак, детстве туда клала конфетки, тебя... чтобы... Чувак, у тебя не никогда не будет такой женщины. Я не говорю даже такой, как потому что считай... отвратительная же. Ой, я думал... Ну, чувак, у тебя и такой не будет. Да вот. И похуй, уж лучше никакой, чем женщина, у которой губа, которую я не знаю, что чувак, она делала с этой губой. Зато она не... Ты представляешь вообще, сколько женщин думают... Чувак, подожди, ты хочешь подожди, которая сидит в Мордовии? Подожди, нет. Еще раз говорю, ты представляешь, сколько женщин действительно считают, что, например, весить 65 килограммов, это норма, и оправдывают себя тем, что, о, зато я высокая, там, или что-то такое. Ты представляешь, сколько таких женщин, которые действительно считают, там, типа, ну и хуй с ним, что я вешу, там, 60 килограмм, зато у меня сиськи отменные. Серьезно, это ебаные жирухи, и я их ненавижу. И Толоконникова хотя бы, блядь, она ебабельна в моем плане. Ну, губа и губа, чувак, доебался до губы. Зато прикинь, как она за эту губу заглатывает, блядь. Че ты доебался до Толоконниковой? Столько некрасивых тёлок вообще. Когда ты её ебать будешь, она губой об пол стучать будет. Дамы и господа, Игорь Просто... Я думаю, что мы хотели провести следующий летсплей на английском, но теперь я хочу провести летсплей Игорь Линк. Я буду молчать, и вас будет развлекать Игорь просто. Я там буду играть и слушать его. Может быть, отвешу пару комментариев, но... Ах ты, блядь. С тобой связываются, с тобой на связь выходят. Чувак, ну это просто кал. Дровка, блядь, уничтожает нахуй. Она даже не собирает Shadow Blade, смотрите, она... Она просто имеет яйца. What you're doing? Потому что она тёлка. Подожди. Don't worry, I'm Russian. All gonna be okay. Теперь мы точно не выиграем. Да, чувак. We Russians know that shit. Stand up. How to play Dota 2. Надо было сказать ту, наверное. Зачем я сказал Dota 2? Вот так. А у меня, кстати, эта хуйня со школы. Я постоянно читаю числа по-русски. Там, знаешь, там... what happened in 1488 год? Почему я вспомнил это число? Да, молодец. Луна заультовала, блядь. Луна заультовала Окса, когда он включил Blade Mail. Причем она сделала это после того, как он включил БМ-ку. Да, чувак. Ну я все, что мог, чувак. Ты знаешь, что ты мог еще, например, спрятаться в инвиз и никого не трогать? Ну и, блядь, нет, это не то. Лучше отдаться. Да, чтобы ты потом не говорил сыкло. А, ну да, в натуре, я бы зачмырил тебя и сказал, что ты сыкло. Ну, понимаешь, Игорь, ты что, еще не понял, что я зачмырю тебя в любом случае? Нет. Ну, как бы, здесь сейчас как... ты меня не чморил. Как-то. Ты разговаривал, ты чё, о том, охуел, что могу меня зачмырить. Ты что, охуел, что ли, пидор? Это когда ну, я тебя не чморил? Ну, это не, блядь, чувак, это не считается. Как-то не считается. Ну, я только что назвал тебя пидором, например. Ну и что дальше? То есть теперь ты я... Ты все время это делаешь, а сейчас после того, как я сказал тебе, фактически сам тебе указал на то, чтобы ты назвал меня пидором, ты меня назвал пидором, и это должно быть обидно. То есть мне обидно? Мне нет, тебе да. То есть, нет, подожди, я должен обидеться из-за того, что я назвал тебя пидором, я правильно тебя да, понимаю? Совершенно верно. Есть казус ситуации в этом. Казус ситуации? Да. Казус ситуации. Окей. Ах, дамы и господа, Игорь Лин. Когда-нибудь я все-таки дам ему провести целый летсплей. И это будет его звездный час. Потому что люди никогда не слышали столько пиздежа от Линка, сколько услышат в моем
гениальном летсплее Игорь Линк играет в Dota со мной и говорит один. Так он будет, так он и будет называться, кстати. Не White Gold SPB. Игорь Линк играет в Dota со мной, но говорит он один. Ну, блядь, ну какие, блядь, криты? У него просто ебанутые криты. Все, нахуй, назад! Тракса! А, я не могу идти в инвиз. Нет, могу, но уже не уйду. Чувак, два удара, и я почти труп. Нихуя себе. Чувак, два удара, и я труп. Только я не уже, не почти, а, блядь, вообще без шанса. Блядь, чувак, ну и кал, я тебе серьезно говорю. Нас же, блядь, выебут. Все, мы проиграли, на самом деле, я думаю. Конечно, проиграли, я тебе ну, говорил подожди, об этом. Ну, подожди, нет, чувак, надежда остается на то, что нас больше, как бы, и мы можем... Ага, и на то, что фармила перестанет фармить, ха-ха. Да, на то, что нет, он наконец-то нафармит что-нибудь и уже начнет играть, блядь, когда-нибудь. Письку свою пусть нафармит. Я ни разу, например, не видел, чтобы он во что-то играл. Кстати, а, у него 1-6 счет, удивительно. Как же он умер 6 раз, если он, блядь... Живет в лесу, нахуй! Сейчас он, блядь, ворвется. Он как. Он как, блядь, Винни нахуй пух, живет в блядском лесу. Как лесное уебище, чувак, скорее. Кто такое лесное уебище? Просто лесное уебище. Это определение Свена. Свен лесное уебище. Свен, ты лесное уебище. Фармила ебаный! Ты прикинь же, наверняка он как рыцарь, он какой-то там лорд, лорд лесное уебище. Почему лорд? Объясни мне просто, я не понимаю, почему лорд? Лорд. Почему это вообще пришло тебе? Почему это вообще пришло тебе в голову? Я просто сейчас вам покажу Свена, дамы и господа. Похож ли вот этот вот хуесос на лорда? Как вам? Я не знаю, огромный чувак в каком-то шлеме, блядь, как у хищника, нахуй. Похож ли он на блядского лорда? Прежде всего, Игорь, ты видел когда-нибудь лордов? Да. Я бы еще согласился, что Омник Найт похож на лорда. Окей. Тут бы как бы твоя хуйня... А, что за хуйня? Как а, я вообще... нет, Юра, я спасу тебя. Как я вообще там оказался? О чем я говорил? Что про это лордов. Было? Что я делал там? Лордил. Хули я тут сижу делал? Ну, теперь-то я понимаю, хули. Бля, 933! 962 криты! Она только что 5000 дамаги выжила вообще за секунды! Я не хочу с ней играть! Все, дамы и господа. Давайте сдаваться, пацаны! У меня кровь из жопы пошла от этой игры. I give up! I'm Handy Hawking. It's pointless. We cannot win. Yes. So do I and you. На помощь идет рыцарь лесной уебище. Сэр лесной уебище. Просто дебил. Прости, господи, дебил. Ничего не имею против умственно отсталых и никогда не был против, но это просто какой-то дебил. Я не знаю. Дегенерат. Я не вижу его лица, но я уверен, что у него дегенератское лицо, блядь. Лорд Ресней. Блядь, это синий игрок. Это, блядь, значит, что у него больше всего опыта, блядь. Это или... значит, что он лорд. Ты доебался. Почему лорд? Просто объясни, окей. Просто чувак. Объясни. Почему? Посмотри на него, он лорд лесное уебище. Он лорд, блядь, лорды не бегают в шортах, подсказка номер, блядь, один. Какие нахуй шорты? Железные шорты, блядь, что за хуйня вообще? Зачем бегать в железных шортах? Окей, подсказка номер два. Лорды не носят, блядь, железные штаны. Вообще, кто носит железные штаны? Как интересно, можно, блядь... железными штанами железные трусы. Как можно носить, блядь, железные штаны? О чем ты? Как вообще можно носить что-то из железа? Железо не сгибается. Блядь, что мы проебали? Пошли творить какую-нибудь непонятную хуйню. Пойдем попробуем, блядь, я не знаю, не, что... Не-не-не, пойдем с лордом лесное уебище. Короче, фармить... Чувак, короче, давай я буду вынуждать крипов тратить ману, а ты их будешь добивать ультой. Блять, ну чувак, ну так удачно только я мог телепортировать. А потом мы назовем это видео, все ебанулись, блять. Какой-то, блять, Свен, который лорд лесное уебище фармит крипов. Блять!
тему. И, блядь, антимаг, который добивает лесных... Который даже не добивает, который просто юзает ульту на лесных крипов. Ох, я все сказал. Ну, молодец, да. Решил ебануть Акса с Блейдмейлом. Блядь, убивать Акса с Блейдмейлом, это... Самая, наверное, плохая идея, которая может прийти вам в голову, серьезно говорю. А, он еще выкупился. Уже может быть только нападать на Хускара, будучи... Блядь, ну до первого крита... Я хотел сказать, что он держится до первого крита, но... И чё ты мне сигналишь? А, не, он тебе сигналит, типа. Ну, блядь... Ну, а, теперь... да, ща, я телепортнулся на полкарты. Я отдыхал вообще. Ты Сильно. Чё, охуел? Ну ладно, мы уже сгорелись. Я просто охуеваю, это фармила ёбаная, блять, из леса не вылезала нахуй 20 минут, и теперь еще и, блять, отключился. Ну и ублюдок, блять, зарепортите пидораса. Репорт with faggot, please. Fucking piece of shit was in the forest for fucking hour. Please report with motherfucker, I hate him. Fucking idiot. Piece of nothing! Блять. Вот ведь говнище. Блять, второй свиток купил. Ну отлично. I fucking hate Swain and I hope his mother will die. From cancer. You bitch. Сука. Ой, я же собирал дизайн. Еще раз. Еще раз, все, кто играет, бэкаем за его ник, не думай, что он успеет его сменить. Зарепорте, если будет достаточно репортов, то у игрока просто отбирают, как бы... У нас есть шанс изменить доту к лучшему. Не вот да. Эти все ёбаные разработчики, которые добавляют каких-то героев. Мы реально можем забанить лорда лесных. Просто, ребят, кто-то может сказать, что мы делаем несправедливые, лишать человека инвайта, который, возможно, он получит... Кто так скажет, только он сам так скажет. Бля, ну подожди, ну Ультой просто вы... Крипам. Подожди, ты меня... Ёб твою мать, заткнись! Но, ребята, вы видели, как он играл, вы видели, что он запорол игру, после этого он отключился. Я считаю, что такие люди, их вообще нельзя подпускать к онлайновым играм. Пусть сидит, блядь, с ботами играет на пусть. Концлагере для них надо создавать, блядь, пиздец. Резервации. Я просто не для понимаю... Для фармил. Ну... Хорошо, окей, я понимаю, что можно фармить, если ты ликан. Иногда фарм чуть-чуть затягивается просто там, ну, если ты как бы не понимаешь, что нужно начать уже помогать команде, фарм может затянуться чересчур. Есть такое дело, я понимаю, у них глаз, по-моему. Глаз, блядь, у них Хакса, не глаз. Неважно, он подошел прямо к тому месту, где ты стоял. Потому что, блядь, все они видели меня, где я... Да неважно, о чем я говорил? Это все лорд лесное уебище. Вы видели, как он играл? Таких людей вообще нельзя подпускать к онлайновым играм. Это просто отвратительно. Я понимаю еще Заликана фармится... Я в одно и то же повторяю. Повторяю... блядь. Заликана фармится... Ты повторил, что ты повторил. Но за блядского Свена сидеть 30 минут в блядском лесу... Больше, он 35 сидел, я думаю. После ладно этого, бы, блядь, если бы у него после был этого вот... выйти с ощущением полной собственной неуязвимости против Акса и Траксы, которые вообще критят по 1000 нахуй. После этого вот выйти, блядь, против них, слиться один раз, выкупиться и слиться второй раз и ливнуть. Вот и раз, этот, блядь, человек действительно заслужил и бана, блядь, и всего того, что с ним дальше будет. Блядь, ну... 1778 крит. 1778, у меня 1700 жизней. Это, блядь, что она собрала? Блядь, а ничего особенного, самое странное, что... А, рапира. Блядь, ну что? Нет, это не ничего особенного, рапира это все-таки рапира. Не, блядь, урон 500. 500 урон. Это отвратительно. Мы могли бы ее добить сейчас, кстати. Ну-ка, вы... А, не, вы... Ой, да пошла ты нахуй. Так еще никто будто, я не знаю. Я за Свена убил только... Рапира выпала! Какая рапира? Подбирай, блядь, сука! Ты подобрал? Нет, блять, я подобрал ее за Свена, как мне ее выбросить? Как? Ёб твою мать! Нет!
блядь, мы клоуны от мира Доты. Просто пиздец, какие же мы дебилы, блядь. Прости, господи. Это самый дебильный летсплей, и при этом самый... Ладно, все к черту, репортите Свена, короче. Всем счастливо. А спонсор показа www.pvlvl.ru. pvlvl.ru, ключи активации к играм, золото, Diablo 3, Адена и многое другое.